Представители ЕС на заседании Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом выразили обеспокоенность по поводу внутриполитической ситуации в Украине. Об этом заявился председатель комитета Борис Тарасюк. Зокрема, наголошувалося на... В частности, внимание акцентировалось на необходимости прекращения применения выборочного правосудия против лидеров оппозиции. И отмечалось, что украинская власть не демонстрирует желания реагировать на замечания со стороны структур Европейского Союза. В принятом заявлении комитет призвал украинскую власть освободить лидеров оппозиции, осужденных по политическим мотивам, и обеспечить их участие в парламентских выборах 2012 года. А также исключить из законодательства положение об уголовной ответственности для политиков за принятие ими политических решений. Призываем Верховную Раду Украины проявить политическую волю и изъять из уголовного законодательства Украины положение, согласно которым уголовная ответственность для политиков наступает за принятие ими политических решений, поскольку это не отвечает европейским стандартам и является остатком советского прошлого. В то же время 5 членов пропрезидентской партии регионов покинули заседание комитета в знак протеста против итоговых документов. Заседание комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом состоялось в Страсбурге 13-14 июня. NTD, Киев, Украина.